минуте. 45-й секунде первого раунда. Итак, уважаемые гости, в этом поединке на 3 минуте 53 секунде первого раунда досрочную победу техническим нокаутом ввиду пассивной защиты соперника и остановки рефери одержал боец из синего угла, Россия, Республика Дагестан, Мурат Курбагомедов. И для награждения приглашается заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион мира по профессиональному боксу, четырехкратный чемпион США по профбоксу и обладатель титулов NABM NWBC Алмазбек Райан Кулов. Общее фото с соперниками. С соперниками, конечно, секундантами, конечно же, почетным гостем. Во-первых, салам алейкум, здравствуйте. Good evening, ladies and gentlemen. Как наш ведущий говорит, сегодня были и будут хорошие бои. Сейчас прошли несколько боев предварительно, где выступали хорошие бойцы. Несмотря, как бы выглядел боец, если боец хорошо подготовлен, он выиграет. Без никаких, как говорится, терпения и труд путь к успеху. Если трудишься, терпишь, ты достигнешь. Ставьте цели, побеждайте не только в спорте, побеждайте в жизни. Если в жизни вы чемпион, вы будете в спорте чемпионом. Спасибо. Спасибо большое. И, конечно же, слово нашему чемпиону Мураду. Мурат, конечно же, перед тем, как ты скажешь слово, я хотел бы напомнить, что мы с тобой уже знакомы давно. 4 года, или даже 5 лет назад, да, я объявлял твой поединок в Сочи. Это был Адлер или Сочи. Вот, и ты великолепно выступил, и видео просмотров, даже взвешивание перевалило за 600 тысяч у меня на аккаунте в Ютубе, и ты очень популярным стал только из-за взвешивания. И я вижу, сейчас ты колоссально вырос, ты устроил просто спортсменам просто сумасшедший поединок, ты показал великолепный как борьбу, так и бокс. Ну, расскажи, что происходило с тобой за эти 4-5 лет, пока мы не виделись. Ассаламу алейкум, Москва. Как сказал наши души, мы познакомились в Сочи, это было в 2014 году, сразу после моей свадьбы. После этого я год, наверное, отдыхал, поэтому меня долго не было. Были травмы, были другие причины. Вот сейчас вернулся, иншаллах, вы меня еще увидите. В первую очередь, хотел бы поблагодарить организатора турнира. Большое вам спасибо. Еще хотел бы поблагодарить тренера, главного тренера клуба «Иглс ММА» Махачкала, Расула Магомедалиева, где я готовился к этому бою. Всех моих спарринг-партнеров были впечатлены мной. Они знают все, кто меня готовил, кто помогал. Еще хочу поблагодарить всех братьев, которые сюда приехали, за меня болеть.
и своим спонсорам. Я хотел бы поблагодарить Шмиева организатора, директора фирмы ООО «Дальресурс» и также братьев Тинамагомедовых Исмаила и Шамиля. Они являются моими спонсорами. У них есть сеть заправок в Махачкале, называется «Роснефть». Ассаламу алейкум, всем приятного просмотра. Я думаю, они сняли даже организаторы этого турнира, они понимали, кого они пригласили, но я-то знал, как только я нашел клетку, я знал, что сейчас будет происходить, поэтому добро пожаловать снова в бои с возвращением. И я думаю, что это будет великое возвращение, мы увидим тебя везде, только с чемпионским поясом. Удачи тебе, брат.